Клюет у вас? Не очень. А на что вы ловите? На Геркулес. Дуже давно. А то вивсянка. Я. Вы уже давно тут? Где-то час. Уже словили что-то? Одну. Большую? А такую среднюю. Можете показать? Так там она видно. А если б музыка тут на берегу речки играла, скрипка, лучше бы клевала? Да, думаю, нет, одинаково. Для нее, что музыка, это... Как так получилось, что у наших закарпатских цыган главный инструмент, без которого не могут обойтись? Скрипка у наших цыган. А почему цыгане так любят скрипку? Чем она завораживает? Ну так, скрипка — это душа. Да. Со скольки лет вы начали играть на скрипке? У меня отец начал учить с 5 лет. А как вы учились? Вот папа вас заставлял там играть или вы сами хотели играть? Да сам потом. Это не школа, цыганская учеба. Без нот, без ничего, потом уже ноты и все. Меня забрали в армию на север, в Мурманске. Ну там в коллективе я. А там учил ноты и все. Там музыканты очень хорошие были. С консерваторской мы прозывали. Меня учили. Я первый скрипач был в коллективе. А потом после армии вы приехали домой, вы, получается, там научились? Обратно в венгерских мелодиях начал играть. Ага. А как создавался вот этот коллектив венгерских мелодий? Ну, так это давно было. Галамбош сделал, или Левоцкий сделал этот коллектив, венгерские мелодии. Потому что здесь только было у нас, в Ужгороде, венгерские музыканты, как в Венгрии.
Такие же здесь музыканты. Они сделали этот коллектив. Ну там и закарпатские артисты были. Каких вот друзей, музыкантов вы можете нам вспомнить, рассказать, которые, с которыми вы самое больше дружили? Так с Венгрии, симфонического оркестра, ну уже его нету, Берки Лация, умер. С Венгрии приезжали, это мой друг, он сделал этот симфонический оркестр, который до сих пор существует. Очень хороший музыкант. Шандор Лакатош играл неповторимо. Он завоевал первое место. Сам Давид Ойсрак его прихвалил, что он лучший скрипач в мире. Такого скрипача нет. А как передается вот эта вот цыганская игра без нот? Она с нотами, он все написал, все, как это без нот не может быть. И многие сейчас исполняют и не могут. Это сложнее, чем Паганини, что написал. Цыганская игра, может, у цыган лучше слух или как? Как бы многим тяжело научиться играть. Да. Ну, цыган другой слух, да. Это музыканты и даже до сих пор евреи и цыгане. Там в Москве закончил консерваторию граф Муржа. Муржа старый, слабый музыкант был. Со мной играл. А сын его Бертос в Москве, граф Муржа. Америка признает. Так я у него был дома, я его венгерским учил играть. А он такой скрипач, что... Да сам Спиваков, Бертос из Москвы, он первую скрипку играет, а Спиваков вторую скрипку. Мелодия Галгатов. Почему цыгане тут мелодию так любят? Ну, это как типа романсы. Это Галгатов, это романс. И поют, слова есть, в каждой мелодии слова. Кто знает, поет. Дальше, как вы видите, продолжение скрипки у нас в Ужгороде есть? Вот молодые люди... Нет. Да даже сын не хотел учиться. Бросил школу и все. Ему такая работа не нужна. Все хотели учиться, и дети, и все. А сейчас никто не хочет. Так что, сейчас не популярна вот цыганская музыка, или я не понимаю, почему? Да они так думают, молодежь. То вы, получается, что последний скрипач цыганский? Ну да, самый старший скрипач. А так уже и больше нет никого. Все умерли. Какие вообще раньше музыканты и сколько их было у нас в Ужгороде? Там много их было.
вся область почти скрипачи. А раньше в таборе был отец скрипач и старый Ены. С кем начал играть, это были очень знаменитые музыканты. Шандор Рошташ. Мы ездили в Сочи, в Ялте, первые места брали. Ну, по всему Советскому Союзу играли. Ну, потом уже по ресторанам, уже другая жизнь была. В Верховине, везде, в Медельвейсе играли. Мы Закарпатье открывали с Рошташом в 80-м году. Венгерский зал, потом в Скалу работали. А как ваша жена относилась к тому, что вот вы музыкант, шли играть, например, где-то, ну, и пропадали на целый день, и вас не было? На целую недельку пропадал. С друзьями гуляли. Вот такие вот музыканты, да? Да. Вот пошли в ресторан, поиграли. Да что, заработали, то и пропили. Молодцы. А домой что приносили? Ничего. А жена что говорила? Даже не что. Да раньше так и было все время. А сейчас уже не гуляем. То уже постарели, куда. А сейчас вы чем занимаетесь? Так чем? С музыкой. С рыбалку на рыбалку каждый день. У вас такая интересная кличка. Ку-ку. Так откуда? Это бабушка назвала. Бабушка. Я есть такая вещь. Это Динику, румынская, цыганская. Тоже там много музыкантов. Но я делал это жаворонок в детстве. Вот такой, а она на меня назвала куку, но поэтому. То получается отсюда... От скрипки назвала. Это его настоящий скрипач. Да.